Я родился в 1632 году в городе Йорке. Родные моей матери назывались Робинзонами. Старинная фамилия в этих местах. По ним и меня назвали Робинзоном. Отец прочил меня в юристы, но я мечтал о морских путешествиях. В недобрый видит Бог час. 1 сентября 1651 года, восстав против родительской власти, я покинул отчий дом и отправился в море. Семь лет жажда приключений гнала меня по морям. Чужие страны манили золотом, легкой добычей. Но все это ускользало от меня, а на мою долю доставались одни неудачи. Я тонул у берегов Англии, был захвачен корсарами на пути в Африку. 2 года томился в плену у мавров, чуть не погиб от жажды и голода, спасаясь бегством в парусной шлюпке. Казалось, сама судьба предостерегала меня, но я не внял ее предупреждения. Вижу землю! Thank you.
Неужели я сойду с ума? Превращусь в безумное дикое животное?
Я несчастный Робинзон Крузо, заброшен судьбой на необитаемый остров и не имею никакой надежды на избавление. Но я жив. Я не утонул, подобно моим товарищам. Я как бы выделен и отрезан от всего мира. Но я не умер с голоду и не погиб в этом пустынном месте. Мне не с кем перемолвиться словом и некому утешить меня. Но в своем одиночестве, чтобы не забыть человеческую речь, я решил разговаривать с собакой и кошками, и даже с неодушевленными предметами, надеясь когда-нибудь вернуться в общество себе подобных. Собирайся в дорогу. Пора уже осмотреть наше владение. Так прожил я 6 месяцев на этом печальном острове. Жилище мое было готово, и я решил тщательным образом исследовать свои владения. Нет ли здесь каких-нибудь новых животных? Растений, полезных мне. Определенно, в любом горестном положении есть свои радости. Как великолепен мир! Таким владением позавидовал бы любой лорд. Целое королевство. А чем я не король? Хорошо. Так это ты сказал. А я давно ищу собеседника. Хорошо. Держи. Ну-ка, посиди тут.
Табак. Табак? Вот это находка. Ты посмотри, как богат наш остров. Мой остров оказался не так мал, как я думал. Только к концу дня я добрался до его северной стороны. И все время в моей душе теплилась надежда отыскать признаки человеческого жилья. Но тщетно. На эту землю не ступала нога человека. Материк или острова, населенные кровожадными дикарями. Во всяком случае, мне туда не на чем добраться. Лучше не приходить сюда, чтобы не возбуждать в душе несбыточных надежд. Началась пора дождей, и мне очень не здоровится. Пить? Так зябну. Точно на дворе зима. Мне плохо. Совсем плохо. Боже, что я за несчастное существо? Бедный Робинзон Крузо, где ты? Куда ты попал? Что с тобой? Ни живой души на тысячи миль. Некому помочь. Господи, не дай мне умереть в этой пустыне одиночества. Ah!
Господи! Только я оплакал свой последний сухарь, как ты услышал меня и, смилостившись, наградил хлебом. Боже! Несказанно милосердие твое! Это ты. Благословенный мешок, ты спас меня. Теперь у меня будет хлеб. И так я стал земледельцем. Теперь можно с полным правом сказать, что я в поте лица добываю свой хлеб. Два года я не позволял себе попробовать хлеба. Я не понял еще здешнего климата и не знал, наверное, когда нужно сеять и когда убирать урожай. И только на третий год у меня зазеленело целое поле. Но тут появился опасный враг.
Итак, сегодня третья годовщина моей жизни на острове. Безумное желание вырваться отсюда, владевшее мною, постепенно утихло. Да и в самом деле, что я оставил в том суетном мире, с которым меня теперь разделяет пропасть? Бесплодную погоню за тем, чего у меня нет и вряд ли мне нужно. Нет, здесь мне гораздо лучше, чем раньше. Я тружусь на этой земле, и она одаривает меня. Я здесь и король, и лорд, и ремесленник, и крестьянин. Я счастлив. Вот самое большое дерево на острове. Оторвись от своего корня и поплыви. Я сделаю из тебя большую лодку и отправлюсь к людям. А то я иссохну здесь от одиночества. Thank you.
Риф! 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 Что с тобой? Риф! Что с тобой, Риф? Неужели ты? Мой единственный друг, покидаешь меня. Я тоже старею. И никого не будет рядом в мой последний час. Thank you.
Ну что ж, если лодка не идет к морю, пусть море придет к ней. Выбирает самое большое дерево и хочет спустить на воду самую большую лодку. Он кладет на это силы и годы, а потом убеждается, что задуманное ему не по плечу. Он не может даже сдвинуть лодку с места, а годы ушли. И достанет ли у человека сил в остаток дней взять снова топор в руки и, опершись на весь свой горький опыт, вырубить новую лодку? Я был выброшен судьбой на этот берег еще совсем молодым человеком. А теперь я зрелый, даже пожилой мужчина. Сколько же я здесь живу? По моему календарю 22 года и 101 день. Но тут может быть и ошибка. Ведь были дни болезни, дни тяжких испытаний и уныния, когда я забывал сделать зарубку. Ну, как я тебе нравлюсь в новом наряде?
Это же человек. Человек. Я так долго мечтал о встрече с человеком. Кто он? Как сюда попал? Почему же я в таком страхе? А, мы боимся сознаться себе, что человек может оказаться не только добрым, но и самым опасным существом на свете. Не бойся, ты спасен. Бежим. Возьми. Понятно. Ты меня благодаришь. Весьма учтиво. Пойдем в дом. Смелее. Прошу вас. Китакитва, матумба. Не понимаю, что ты там лопочешь. Но как приятно слышать человеческий голос. Заходи.
Да заходи. Пинамукитеян. Пуаво, кики. Заходи. Милости просим. Садись. А ну-ка, пусти. У нас гость. Садись. Смелее. Вот. Кто там? Сиди, сиди. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Не надо. Ты хочешь сказать, что ты навеки мой раб? Но мне не нужен раб. Мне нужен друг. Спать. Пап. Вот так. Что такое? Фу, паук. Па! Нет, нет, это нельзя есть. Брось, брось! Губанабе! Умоляю тебя, выкинь эту гадость. Да-да, туда. Я тебя очень прошу, выбрось. Добрый малый. Пелгаке бачатана. Гаута суа. Бочигакуа. Гаута. Гаута. Нгаута. А, нгаута. Го. Го. А это вода. А, да. Вкусно. Мугачигата. Янганея. Киара. Как же тебя зовут? Наверное, у тебя есть имя. Вчера, ну что было? Пятница. Ну вот, в честь дня твоего избавления от смерти, можно сказать, второго рождения, я буду называть тебя Пятницей. Пятница? Хорошо. Итак, я Робинзон, ты Пятница. Нет, я Робинзон, я и ты, это не имена. Вот ты? Ты? Да что ты все заладил? Ты, да ты. Ты это не имя.
Вот ты для меня ты, а я для тебя. И я для тебя ты. А, да. Сначала. Гаута. Гаута. Вода. Вода. Кого? Кого? Робинзон. Пятница. Робинзон. Пятница. 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 Губа. Пианиса. 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 Губа пианиса. Ну-ну, стой смирно. Я хочу сшить тебе костюм. Нельзя же всю жизнь ходить голым. О-о-о. Солнце. Солнце. Небо. Небо. Небо синее. Постарайся понять и это. Это. Ну ладно, пока это для тебя сложно. Это. Это. Молоко. Молоко. Пей. Молоко белый. Да-да, молоко белое. Молодец. Повернись. Повернись. Ну вот, теперь ты похож на человека. Плох. Ну, как знаешь. Я боится. Не бойся. Тут нет никакого волшебства. Это просто машина. Я на та, ты обе на муки. Что ты? Куробока. Ты обе на муки. Ты угай габачатана. Гаута суа. Почикакоа. Чокумамбуат. Чокумамбуату. Что с тобой? Я прошу, оно ты убивает его пианиса, меня. Ты не бойся. Оно не живое, мертвое. А почему? Оно па гауратаги. Это я его заставляю. И ты можешь. Я ж тебе показывал. Смотри. Не, не, не. Этот год был самым счастливым в моей жизни на острове. Пятница оказался добрым, чистосердечным, преданным другом. Само его присутствие было для меня постоянным источником радости. Я обучал его всему, что умел, и всем сердцем привязался к нему. К концу года мы с Пятницей уже довольно сносно объяснялись. И я мог с избытком вознаградить себя за долгие годы молчания. И вот однажды я привел Пятницу в то место моего острова, откуда видна была далекая земля. Там моя земля, мой народ. Опасно ли плыть на пироге туда? Ветер, две луны пути, можно. А скажи, Пятница, ты хотел бы вернуться, а? К своим на родину. Да, я много рад своя земля опять. И что бы ты там делал? Стал бы таким, каким был? Нет,
пятница сказал всем, делайте хлеб и зерна. Пасите козы, не кушайте человеков. Живите хорошо, как Робинзона. Ничего, вдвоем мы сильнее. Мы выберем большое дерево и построим новую лодку. И ты поедешь домой. Почему Робинзон сердится? Что я делал? Откуда ты взял, что я на тебя сержусь? Я нисколько не сержусь. А почему Робинзон говорит домой пятница? Ты ведь сам говорил, что тебе хочется домой. Да. Только ты, я. Робинзон не поедет, пятница не поедет. Пятница не хочет без Робинзона. Милый пятница, ты сам не знаешь, что говоришь. Нет уж, поезжай без меня, а я останусь. Жил же я здесь один. Зачем ты мне даешь топор? Убей пятницу. За что же мне тебя убивать? Ты мне ничего плохого не сделал. А почему пятница домой? Убей пятницу, убей. Теперь нам понадобится больше хлеба. Нас ведь двое. Робинзон, раз. Пятница, два. Он, пять. Молодец. Ты уже умеешь считать. Что делает Робинзон? Молюсь. Прошу Бога, чтобы он нам дал хороший урожай. Бога кто такая? Там на небе есть большой старый вождь. Он сделал море, землю, горы, леса. Тебя и меня. Он может все. А-а-а, старик Бенамуки. Он самый старший. Старший луны. Все говорят ему, о, только он живет не там, а на большая кора. Все говорят ему, о. К нему приходят старики Увокеки и говорят, о. А потом говорят нам, что сказал Бенамуки. Обманщики эти ваши, Кавакеки. И вообще Бенамуки, Бенамуки это плохо. А Бог это хорошо. Почему? Ну, потому что вот Бенамуки позволяют есть людей, а Бог нет. Я слышал, приходил много белый человек с такой бородой, как ты, и убивал много человек нашей земли. Бог разрешил. Нет, они поступили жестоко. Почему Бог не убей их? Он дал им время раскаяться. Где, ты говоришь, живет ваш Бенамуки? На Большая гора. А Бог на небе. Кто выше? Бог. Вот. Поэтому забудь про Бенамуки и молись истинному Богу, чтобы он нам дал добрый урожай, чтобы дьявол не погубил его. Дьявол кто такая? Ну, это такой злой старик, который живет под землей и делает людям зло. Насылает засуху, болезни. А почему Бог не убьет дьявола? А, дьявола сильнее. А пятница. Хорошо, что тебя никто не слышит. А то бы в мире прибавилось безбожников.
Большая пирога. Где меньше всего ожидали встретить его. Кто с нами говорит? Отбросьте ваш страх. Я англичанин, волею судеб житель этих мест. Говорите же скорее, что с вами произошло. Я капитан корабля, а это мой помощник и пассажир. Экипаж мой, подстрекаемый несколькими злодеями, взбунтовался, задумав поднять пиратское знамя. Едва удалось уговорить этих людей не убивать нас и высадить на этот пустынный берег. Но, может быть, они нас еще и прикончат? Теперь уже нет. Послушайте, капитан. Я пытаюсь выручить вас, но обещайте, если нам удастся владеть кораблем, вы доставите на нем в Англию меня и моего друга. Я весь в вашей власти. Распоряжайтесь мной по своему усмотрению. Мной и моим кораблем. Итак, к делу. Подкрадемся и дадим залп. Среди них есть 2-3 отпетых негодяя. Но остальные просто вовлечены. Вы благородны, но предоставим судьбе решать, кому быть убитым. Дадим ему уйти. Пойдем хлебнем водички. Неплохо бы. Вон близкий ручеек я видел. Ну, ты идешь? Да. Не эти ли зачинщики бунта? Нет. Так пусть идут с миром. Но если вы дадите уйти остальным, пеняйте на себя. Вы правы. Вперед. Сдавайтесь, негодяи! Нас предали! Ну? Моли Бога, чтобы он простил тебе предательство! Поистине, ваша жизнь замечательна. Об этом мы еще успеем поговорить. А сейчас нужно подумать, как выручить от разбойников корабль. Я хочу этого больше всего на свете. Но это безнадежное предприятие. Там осталось 20 человек экипажа. И среди них главные зачинщики мятежа, боцман и корабельный плотник. И вот они и выбрали капитаном. Все они знают, что если их схватят по закону, их ждет виселица. Поэтому они будут драться отчаянно до последней крайности.
А нас мало. Они начали тревожиться о судьбе шлюпки. Смотрите, они спустили еще одну шлюпку. Это не менее 6 человек. 8. А нас сколько? 5. И вы говорили, что можете положиться еще на 3 матросов. Дик, Билл, и ты, Вудли. Хоть вы и обманули мое доверие, но я еще раз доверяюсь вам. Своей храбростью, своей кровью искупите вину перед законом и совестью. Это не так, ребята. Может, кто напал на них? Тогда бы здесь валялась парочка мертвецов. Не такие-то парни, чтобы сдаться без боя. Перепились и спят где-нибудь. И отправили капитана к праотцам. А сами пошли пострелять дичи и заблудились. Как бы они сами не оказались дичью. Боб, и ты, Фрай, отведите шлюпку подальше и ждите нас. Если что не так, гребите к кораблю. А ну, ребята, обшарим все вокруг. Глядите в оба. Держите палец на курке. Билл! Стоп! Сейчас они отплывут. Давайте ударим по ним. Шлюпка, если бы не она, что же делать? Я знаю, что делай. Все, дальше я не ногой. Идем на корабль, боцман. Да ты прав, тут нечисто. В шлюпку, ребята! Слышите? Бьюсь об заклад. Это голос Дика Кроу. Его как бить дать? Да, это они. Боб и Фрай, ждите нас здесь. Эй! Мы идем! Эй! Помоги выбраться из этого болота! Сюда, на пола! Дик, Сэм! Где вы? Какого черта мы виляем, как маркетанская лодка? Нас кто-то морочит. Что? Что с тобой? Весь колючий. Дьявол, дьявол, дьявол. Дьявол, дьявола тоже можно всадить пулями меж рогов. Все равно без нечистой силы здесь не обошлось. Этот остров населен ею. Она погубила наших ребят и кричит их голосами. Это уже не дьявол, боцман. Назад к шлюпке. Тут живут черти или разбойники похлеще нас. Нет. Нам отсюда живыми не уйти.
Начинай, Бен. Эй! Не стреляйте! Это я, Беннелл! Том Смит! Ты узнаешь меня? Если это не сатана, то ты! А кто же еще? Том Смит, приятель! И вы все! Бросайте оружие! Вы окружены! Не то через минуту с вами будет покончено! А нас помилуют, если мы сдадимся! Эй, Смит! И вы все там! Если вы немедленно сдадитесь, обещаю пощаду всем, кроме Вилли Аткинса! Чем же я хуже других, капитан? Смилуйтесь надо мной! Кто первый из бунтовщиков бросился на своего капитана? Сдавайся без всяких условий! Сперва возьмите нас! Стреляйте! Мы сдаемся! Что же теперь с нами будет? Не знаю. Этот остров оказался обитаемым. И губернатором его является англичанин. Теперь вы в его власти. Капитан! Капитан! Тебя ждет губернатор. Передай его превосходительству, я сейчас явлюсь. Капитан, смилуйтесь! Вы не по своей воле! Пощадите! Три пушечных выстрела будут сигналом об успехе нашего штурма. Если до утра вы их не услышите, прощайте навсегда. Спускайте трап. Почему вас так долго не было? О, об этом можно рассказывать тысячу и одну ночь. Что-то ты больно весел. А где Ботман? Зелянка? Они навечно решили поселиться на этой земле. Ведь этот островок сущий рай. Чего там только нет? Апельсины, мандарины, бегемоты, кукиноты. Веселый островок. Ты что перебился, что ты бежишь? Заводи карту в траву. А хотите знать правду? Вы думаете, так легко уйти с берега, где все дно речки усыпано золотом? Врю. Клянусь. Мы полезли купаться, там желтенькие подарочки и летим из стекла. Ни звука. Вперед, вперед. Дяди. Дама. Бьют сам. Твой туз бит, отродье. Сегодня я покидаю свой остров. Пробил час, которого я ждал 28 лет, 2 месяца и 19 дней. Мой ум должен помутиться от счастья. Узник, приговоренный к пожизненной каторге, получил помилование и оставляет свою постылую тюрьму. Но как-то меня встретит мир, от которого я отвык, для которого стал чужим. Родителей моих, должно быть, уже нет в живых, да и меня все давно считают умершим. 5 зачинщиков корабельного бунта тоже ожидало путешествия в Англию, в кандалах и виселица. Но ведь виселица никогда никого не делала краше. Она просто превращала живых негодяев в мертвых. И я убедил капитана оставить этих 5 на острове. Если жизнь здесь не исправит их, то их уже ничто не исправит. Я попросил капитана отправиться на корабль и готовиться к отплытию, а к полудню прислать за мной шлюп.
Вам будет легче, чем мне. У вас здесь целая община. Да и сделано уже многое. Неизвестно, что хуже. Виселица или жалкая жизнь на этом жалком клочке земли. А я не знаю, что лучше. Людская суета или уединение и труд. А вы оставайтесь с нами. Отошлите шлюпку. Может быть, это и было бы самое лучшее. Я оставляю вам все. Кроме зонтика и шапки, они будут напоминать мне об острове. Да еще друга попугая. Я не сомневаюсь, что вскоре ваши взгляды на жизнь переменятся. Но до тех пор воздержитесь стрелять друг в друга. Прощайте. Будь ты проклят! Форт Триссель поставить! Команду слышал! Пошевеливайся! Курс Норд-Норд-Ост! Есть курс Норд-Норд-Ост! Да, пудить! Рейн! Быстро! Поддерживать! Слева по борту люди! Там люди за бортом. Право на борт! Они бросились вплавь, чтобы не оставаться там. Капитан! Может быть, вы мне не поверите, но я сейчас готов кинуться за борт и плыть, чтобы вернуться туда. Потому что там я узнал счастье. Как дерево я врос корнями в эту землю. И больно отрываться от нее, впитавшей мой пот и слезы. I'm not going to...